Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Кия. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить муник при регистрации. Если вводите муник и против третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому за это вводите муник при регистрации. Пацаны, сегодня будет серия без вебки, потому что я заболел. Кто подписан, кстати, на мой инстаграм, тот в курсе. Потому что все самые свежие новости, где пацаны, у меня в инстаграме. Поэтому ссылочка будет в описании, подписывайтесь на мой инстаграм. Только я могу за месяц заболеть два раза. Да, пацаны, такое бывает. И да, это я. Итак, пацаны, добавили, получается, обновление и добавили квесты. То есть в честь Хэллоуина. И сегодня я предлагаю нам пройти квесты. Ну а уже в следующем видео мы полностью посмотрим обновление, что там добавили там и так далее. Ну что ж, пацаны, вот это место, в принципе, оно находится в Арзамасе, возле вокзала. У нас еще здесь новый вокзал. Вот здесь, короче, есть квестовый персонаж Анжела. Короче, вот здесь разные есть, так сказать, задания, которые мы сегодня будем выполнять. Для выполнения задания необходимо отправиться на заброшенное поле, будет отмечено на карте. Если не будет тыков, то вам стоит подождать, они появятся раз в 5 минут. Награда 1500 рублей, 2 XP и 35 АЗ коинов. Принять, в принципе, метка у нас появилась, погнали за вертолетом и будем собирать эти тыквы. Скорее всего, там будет очень много людей, поэтому это будет немножко сложно, но, пацаны, все ради контента, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну да, пацаны, как я говорил, что здесь людей прям очень много, прям очень сильно много. Так, давайте я здесь припаркую свой вертолет, потому что, по-любому, мы здесь надолго. Так, я так понял, здесь пару меток всего лишь, поэтому будет сложно собирать. Ну, постараемся, короче, пособирать эти тыквы. Я не знаю, где они появляются, это 5 минут, это... Я должен потратить много времени, потому что здесь очень много людей, прям, ну, очень много, поэтому будем как-то стараться собирать эти тыквы. Так, стоп. Ну, блядь! Ну пиздец просто, ну реально это пиздец. Как-то много здесь реально очень людей, и каждые 5 минут появляются тыквы. Ну такое себе на самом деле. Я думал будет как-то попроще, но людей здесь реально очень много. Да уж, пацаны, я просто час стоял и собирал эти тыквы. 5 штук просто час собирал, чтобы понимали. Еще я сдох, потом я хотел их купить на рынке, но на рынке никто их не продает. Потом обратно вернулся и обратно их собирал. И в итоге все-таки я их собрал, пацаны. Так, давайте сдадим ей, в принципе, задание и возьмем следующее задание. Так, сломанная метла, окей. Короче, пацаны, здесь надо какие-то кусочки метлы найти, которые, типа, там, ведьма какая-то. Ну, короче, это все понятно. Награда 35 АЗ коинов. Ну, это неплохо, в принципе. Давайте нажать принять. А как их искать, я не знаю. А, это обломки метлы, чё, блядь? Я думал, блядь, они как-то по-другому выглядят. Итак, короче, пацаны, я тут понял одну тему, то, что эти такие штуки, что крутятся, они спавнятся там каждые 5 минут, поэтому я просто 2 раза собрал эти штуки, даже 3 раза собрал, и получилось 6. И с помощью этого я выполнил этот квест, поэтому вам на заметку, то, что оно, типа, спавнится каждые 5 минут, эти херни, вот в этом углу и в том углу. Оно спавнится, короче, я пошел в YouTube смотреть видосики, такой, захожу в игру, брата, опа, оно появилось 3-й раз, типа, я думаю, заебись. То, как я теперь вертолет заберу, это, конечно, вопрос. Так, ладно, давайте теперь завершим это задание и возьмем следующее задание. Проказник Чахлик. Так, для выполнения задания необходимо отправиться к могиле Чахлика и полить ее. Вы знаете, где находится новый Чахлик, и отправляйтесь к нему. Вам нужно иметь 50 тысяч рублей, чтобы перекупить рецепты, которые он украл. По завершении задания нужно вернуться к Анжеле за наградой. Награда 70 тысяч и 100 за монет. Так, все, я долетел до этого места, это в южном находится, на кладбище. Так, а как я ему воду полючу? Насадь на могилу или как? Блять, короче, мы типа обоссали ему могилу, ну то есть полили, я имею в виду. И теперь мы знаем, где он находится. Так, все, я уже полетел в Батырево, и здесь у нас находится Чахлык или как его там, блять. Так, все, парковочка идеальная, просто мастер парковки... Левел 100. Привет, ты что хочешь у меня выкупить рецепты? Да. 50 тысяч, ебать. Все, ебать. Ебать, Чахлык вообще в Адидасе ходит. Я ебу. В Адидасе такой чисто парень. Все, давайте, короче, за один квест получим нашу награду в поисках забытых предков. Для выполнения задания необходимо отправиться на старое кладбище и оставить приглашение всем родственникам на праздник. По завершению задания нужно вернуться к Анжеле. Награда 35 азекоинов и 30 тысяч. Окей, без проблем. Так, все, я прилетел, теперь нам нужно всем раздать приглашение, да? Типа.
теперь нам нужно вот туда. Хотя по метке показывается, потому что, блядь, кладбище как бы не маленькое. И бегать здесь, искать каждую могилу было бы достаточно заебисто, я бы сказал. Не сложно, а заебисто просто. А так, метка появилась, ты побежал, отдал приглашение и пошел дальше. Так, приглашение все. Теперь можно отправляться обратно к Анжели. Так, пацаны, я, короче, тут отходил на полчасика. Будем сейчас дальше квесты выполнять. Так, сейчас добежим. Я сдам задание, потому что я не доехал, потому что вертолет сломался. Так, для выполнения задания необходимо отправиться к Виктории и забрать рецепт. По завершении задания нужно вернуться к Анжеле. Награда заполнения 35 айзекоинов и 30 тысяч рублей. Так, я приехал, вон у нас стоит данный персонаж, к которому должны подъехать, что-то у него забрать. Ну, блядь, скин шлюхи, конечно, такое себе, ладно. Так, ответить. Блядь, тут еще викторина какая-то, стопэ. Блядь, эти вопросы. В какой стране началась история Хэллоуина? Великобритания, наверное, США. Неправильный ответ, ебать. Ну, я ж хуй его знает вообще. Швеция, Россия, Великобритания. Так, зачем нужна тыква на Хэллоуин? Я даже не знаю. Так, что значит черный цвет на Хэллоуин? Символизирует смерть, символизирует сбор урожая, символизирует конец света, ну, скорее всего, смерть. Что ты увидишь ночью Хэллоуина в зеркале? Свое отражение, свою смерть, монстра, прошлое предков. Окей. Все, я выполнил. Нихуя себе, ебать, вот это я умный, пацаны. Вот это я прям красавчик просто. Так, все, доехал, слава богу. Так, последнее задание, я не знаю, вроде листовки надо будет раздавать, либо хрен его знает. Мой брат Воланд. Так, окей. В последнее задание необходимо отправиться к Воланду и поговорить с ним. Награда за выполнение без награды. Так, все, я доехал. Мне кажется, сейчас еще какие-то задания будут, либо это конец. Короче, я это даже читать не буду. Ага, тут еще есть задание, бля. Для выполнения задания необходимо отправиться к пирсу и словить 5 рыб, которые нужно принести Воланду. Вам понадобится удочка и черви. Их можно купить в магазине 247. Ну, пацаны, в том проблема то, что как бы 247 не работает. Ну, как бы работает, но ничего купить там нельзя, потому что бах. Конечно, я бы хотел выполнить все задания, потому что там дается довольно-таки неплохо так донатика, и это можно даже бабки перевести. Если даже вот донат сейчас перейду в деньги, то получится довольно-таки приличная сумма. Вот давайте, допустим, я 42 переведу, и это уже 336 тысяч, то есть довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо, я не буду пока что весь донат переводить, потому что вдруг он пригодится. Как бы 600 тысяч есть, я думаю, этого хватит. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите моник при регистрации. Следующее видео будет уже про обновление, мы подробно посмотрим обновление, и я выскажу свое мнение. Все, всем пока-пока.